Всем привет, друзья! Всем привет, друзья! Вы на канале Бэби Го! Здравствуйте, мои дорогие! Да, Динечка, сегодня у нас с тобой очередная развивающая игра. У нас творчество, закрепление форм и немножко цветов. Ну, правда, тут цвета мало, маленькое количество цветов, которые ты знаешь. У нас сегодня аппликация. Динечка, моторику тоже потренируем. И это, ты уже догадался, что мы будем делать? Это аппликация, Денюш. Мы поливаем клеем пуговичку и клеим ее на бумажку. Друзья, задумка такая, что мы из пуговиц и ниточек сделаем аппликацию в виде воздушных шаров. Так, Динь, какую мы первую пуговку клеим? Круглую? Смотри. Красная круглая, да? Какая пуговка-то у нас? Красная? Вот. Мы сейчас красную пуговку приклеим к бумаге. Это у нас будет первый воздушный шарик. Так, Динечка, это что? Это ромбик черного цвета. Давай его тоже приклеим. Давай, моторику тренируем. Так, все, хватит. Этого более чем достаточно. Давай мы его тоже приклеим. Так, у нас кружок и ромбик приклеены. Какой мы следующий приклеим, Денис? Давай прямоугольник синий. Прямоугольник синий, вот. Закрепляем цвета и формы. Так. Так, хорошо. Намазали. А теперь приклеим, Дениска, давай, приклеивай. Давай, нажми сюда, чтобы хорошенечко занялось. Ага, супер. Давай, это что у нас? Какой цвет? Желтый. Желтый листочек. Давай приклеим. У нас будут шары различной формы. Обычно они круглые или овальные, а у нас они будут даже в форме листочка. Супер. Динечка, а это что у нас? Что это за форма? Цветочек. Цветочек. Давайте цветочек приклеим. Так. А это что у нас за форма? Кружок? Дениска? Кружочек, да? Давай кружочек приклеим. Какого? Серебристый кружочек. Ты не отрывай пока ничего. Давай приклеим кружочек. Вот. Так, этот не отрываем. Дэн, давай смотри дальше. У нас еще есть что? Черный. Черный кто? Черная пуговка? Ну, черный кружок. Я знаю, что ты знаешь, что такое пуговка. Форма-то какая у нее? Круг? Круг. Давай тоже сюда вот. Нажми хорошенечко. Вот. Отлично. Давайте еще вот этот кружочек приклеим. Приклеим обязательно. Друзья, основа для наших шариков готова. Давайте теперь приклеим веревочки к этим шарикам, правильно, Денюш? Бам! 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 Мы сейчас бумажки, бам, на бумажке клей нанесем. Бам. И приклеим веревочки. Дениска, смотри, давай, помогай маме. Вот я сейчас здесь прижму, а ты вниз тяни веревочку. Давай вот эту веревочку тоже возьмем с тобой. Смотри, клей уже нанесен. Давай мы тоже сейчас с тобой поработаем чуть-чуть, да? Поработаем. Вот. Смотри внимательно. У нас, Денечка, у нас что с тобой получается? На что эти пуговицы похожи? На воздушные шарики? Воздушные шарики, все правильно. Помоги маме, давай вот здесь вот прижмем чуть-чуть, давай. Давай пальчиком чуть-чуть прижмем, аккуратненько. Смотри, горячий клей может быть, потихонечку. Денюшка, смотри, веревочки у нас где? От всех шариков идут, да? Дэн, что у нас с тобой получилось? Воздушные шары, да? Друзья, смотрите, у нас получились воздушные шары на веревочках. Из пуговиц и ниток. Денюш, да? Мы сегодня постарались, сделали аппликацию. У нас была такая развивающая игра на моторику, творчество.
повторили некоторые формы и цвета, например, красный, желтый и синий. Ну а с вами был канал Baby Go. Мы, как всегда, снимали для вас развивающий ролик. Ставьте на пальцы вверх. Как пальцы вверх? Покажи. Вот, подписывайтесь, оставляйте важные комментарии. Ну а мы с вами недолго прощаемся. До новых встреч, друзья. И, конечно.